Сегодня на фестивале уличной еды в Смоленске мы купили вот такие продукты, понаехали со всех концов света. Ну вот это дагестанские чуду, 4 сыра, блэк, 4 сыра, а это с говядиной такой пирог. Это приз фестиваля во Франции, Каттенская агроферма, жареный сыр такой. 150 рублей стоит. Эти по 220. Вот пахлава 150 рублей попробовать. И вот эта сигаретка. Это пирожное такое внутри, орешки. Вполне все съедобно. Очень даже аппетитно. Но мы кое-чего откусили, попробовали. Там и устрицы, там и мясо, и строганина. Чего там только нет. Ну, мы особо в такую жару ничего не хочется. В прошлый раз мы разорились получше, а на этот раз мы так себе немножко полакомиться из интереса. А очереди везде, битком народу, ой-ой-ой. Все едят, едят, все сидят, сидят, развлекаются, музыка. И весело, битком забита вся улица Ленина и Маяковского. Ну что ж, очень интересный праздник. Но жара на улице сегодня очень-очень-очень сильная. Ну ладно, всем пока. Приятного аппетита.